Всем привет! Продолжаем изучать автоматы. И на этой лекции, и, наверное, на последующих двух, будем изучать абстрактный синтез. Вот мы уже сказали, что автомат, точно так же, как и комбинационная схема, это преобразователь кодов. Но в отличие от комбинационной схемы, выходы автомата зависят не только от входов на этом такте, но и от входов на предыдущих тактах. Это так функционирует автомат Мили. У автомата Мура выходы зависят только от входов на предыдущем такте. Ну, раз автомат это преобразователь кодов, точно так же, как и комбинационная схема, значит, можно попробовать реализовать какую-то таблицу истинности. Ну, давайте попробуем. Значит, имеем такую мы таблицу истинности на три входа. X, X, X. И выход тоже три выхода. Значит, Y2, Y1, Y0. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ноль, один, ноль, один, ноль, один, ноль, один. И вот такие пускай будут выходы. Значит, там, где ноль, там ноль. Там, где ноль, один, будет один, один, один. Там, где следующее, один, ноль, ноль. Потом пускай будет 1, 0, 1. Потом, ну, пускай будет 0, 0, 1. Потом 1, 1, 0, 0, 1, 0 и 0, 1, 1. Ну, как-то так. Значит, автомат будет функционировать следующим образом. Значит, вот этот автомат, у него выход трехразрядный, шина, да, то есть вот эти игреки, называемые просто Y большое, то есть вот эти игреки, это шина. Шина под названием Y. И вход X. X тоже большое. X это у нас не шина, это у нас будет один провод. То есть мы X будем загружать последовательно. Сначала один, потом второй, потом третий. Тактовый сигнал C. Это у нас Y, это у нас X. Значит, подавать будем от слева направо. То есть 0, 0, 0, 0, 0, 1. Или, скажем, такую комбинацию можем подать 1, 0, 1. Или там 1, 1, 0. То есть подаем сначала левый, потом правый. Ну, так их и пронумеруем. Слева направо. То есть это будет x0, это x1, это x2. Значит, временная диаграмма работы. Тактовый сигнал. Ну, сначала сделаем для Мура. Вот мы подаем иксы. Сначала 0, предположим, потом 1, потом опять 0. Ну, то есть 0, 1, 0. То есть, предположим, вот эту комбинацию подаем. Игреки у нас будут формироваться, автомат, будет, так как это автомат Мура, он будет формироваться на следующем такте. Получается, 1, 2, 3, на 3 такта подаем, на 4 такте формируются игреки. Вот здесь у нас формируется игрек. Так как у нас Y не может сформироваться на этом такте. Потому что если бы он формировался на этом такте, тогда Y должен быть зависимым от этого X. То есть это был бы автомат Мили. А мы пока делаем автомат Мура. Вот, значит, так будет функционировать автомат. А пока мы подаем X, Y, они вот в течение этих трех тактов, они не актуальны. Актуальны только на четвертом такте. Значит, что мы делаем? Мы всем вот этим Y комбинациям присваиваем
уникальный идентификатор, то есть какое-то уникальное имя. Вот все вот эта комбинация, вся вот эта комбинация 000 будет называться, предположим, Y0. Но буковка и индекс. Уникальный идентификатор. Следующая комбинация будет называться Y1. Следующая комбинация Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 и Y7. Вот, и теперь мы строим автомат. Значит, так как у нас, вот это у нас первый такт, начало работы, да, то есть здесь у нас, ну, либо сброс асинхронный, либо включение питания, автомат у нас будет стоять в состоянии А0. То есть начинаем строить граф схемы автомата с состояния А0. Так, значит, А0. Вот. Теперь, когда у нас автомат стоит в состоянии А0, и у нас подается 0. У нас автомат куда-то переходит, в какое-то состояние. Значит, давайте договоримся так. Чтобы не писать x равно 0, чтобы вот так не писать, будем писать x с инверсией. Вот это x равно 0. X с инверсией. Если x равно 1, просто x без инверсии. Ну так вот, значит, состояние, автомат стоит в состоянии А0 и приходит первый 0. Значит, автомат перейдет в состояние А1. Потом подается опять второй 0. Автомат опять стоит, автомат, находясь в состоянии 1, на вход ему подается Х0. Он переходит в следующее состояние, состояние А2. Когда он стоит в состоянии А2, ему подается третий 0. Он переходит в состояние А3. Теперь, когда автомат стоит в состоянии А2, мы ему можем подать 0, он перейдет в состояние А3, а можем подать и единицу, он перейдет в состояние А4. Теперь, когда стоит автомат в состоянии А1, мы ему можем подать 0, а можем подать и единицу. И тогда автомат перейдет в состояние А3, 4, 5. В состояние А5. И вот, находясь в состоянии А5, мы можем подать тоже либо 0, либо единицу. Если мы подаем 0, автомат в состояние А6 переходит. Подаем единицу, автомат переходит в состояние А7. Итак, значит, что мы видим? Когда автомат, мы подали 3 0, 0, 0, 0. Автомат приходит 0, 0, 0. И в состоянии А3 он уже формирует Y. То есть, и в данном случае Y 0. Когда он будет в состоянии А4, то есть мы ему подаем 1, 1, 1, то есть 0, 0, 1. 0, 0, 1. Он выработает Y 1. Y1. Когда мы ему будем подавать 0, 1, 0, 0, 1, 0, он выработает Y2. Когда 0, 1, 1, 0, 1, 1, будет Y3. И в эту сторону все точно так же. Автомат, находясь в состоянии 0, автомату, который находится в состоянии А0, мы подаем единицу. Он переходит в состояние А7, А8. Находясь в состоянии А8, мы ему также можем подать 0 и единицу. Если мы подаем ему 0, он попадает в состояние А9. Значит, мы подали 1, 0. 1, 0. И теперь, находясь в состоянии 9, мы можем подать либо 0, либо единицу. Вот если мы подаем 0,
что он попадает в состояние А10. Вырабатывает при этом Y4. То есть 1, 0, 0, 1, 0, 0, Y4. Или мы можем ему подать единицу, когда он находится в состоянии А9. Он перейдет в состояние А11. Выработает Y5, потому что мы подаем единицу, 0, единицу. Единицу, 0, единицу, это у нас Y5. И здесь, значит, автомат переходит в состояние, когда мы подаем 1, 1, 1, 1, автомат переходит в состояние А11, А12. Так, на этом он Y-ков не вырабатывает. Он просто в состояние 12 переходит. И в состояние 12, когда мы дали ему 2 единицы, единица, единица, мы ему также можем дать 0 и единицу. 0 и единицу. Если 0, это будет состояние А13. Если единица, это будет состояние А14. Вот на А13 он вырабатывает Y6. Y большая 6. И А14 он вырабатывает Y7. Вот такое получилось, это называется дерево. Древовидная структура. Значит, вот такой автомат. Значит, считаем, сколько у него состояний. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 состояний. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Да, 15. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, 14, 15. 15 состояний можно закодировать в скольки дельгерах? В 4. Потому что 15 это раз, два, три. Ну, считаются они от нуля, да? То есть, ну, видно, что 0. А последние 14, да? То есть последнее число это 14. 14 записывается как 1, 1, 0. То есть нам надо 1, 2, 3, 4 триггера. Вот этот автомат можно сминимизировать. Что это значит? Это значит то, что вот игреки формируются только вот в этих конечных вершинах, в последних самых. В этих вершинах, они, в этих состояниях, они не формируются. На самом деле, они, конечно, формируются, только они здесь будут не актуальны, как мы вот рисовали. То есть тут что-то такое будет, а что не важно. Вот. Но так как нам не важно, что здесь будут, почему бы нам эти самые вершины и не использовать? То есть игреки формировать не вот здесь, а вот на этих вершинах. То есть, что мы делаем? Мы можем сделать вот так. Вот эту стрелочку мы можем завести не на эту вершину, а, скажем, саму на себя. И вот здесь уже сформировать Y0. То есть, вот так вот раз, и Y0 формируем здесь. А эту вершину уничтожаем. Эту вершину мы можем, скажем, объединить вот с этой. То есть Y1 мы будем формировать вот здесь. И то же самое здесь. То есть пока автомат, вот он дойдет до А1, он в нее попадет, вот если он по пути пойдет 0, 0, 1, он через А1 пройдет два раза. То есть первый раз проскочит, и потом второй раз попадет. Уже на четвертом такте. Раз, два,
раз такта, два такта, три такта и четыре такта. И вот на четвертом такте Y1 будет актуально, вот на этом такте. А на втором такте, то есть первый, второй, вот здесь вот тоже будет Y1 выставиться, но она будет не актуальна. И значит то же самое вот везде, где это возможно. Вот эту можно объединить вот с этой, А6, точнее не А6, это будет А5, а формироваться здесь будет Y2. Эту можно, скажем, объединить вот с этой, с самой первой. Y3. Вот эту с этой объединить будет Y4. Эту вот с этой. Здесь у нас будет формироваться Y5. Эту вот с этой. Здесь у нас будет формироваться Y6. А эту уже приткнуть некуда. Ее так и оставляем. И что получается? Получается у нас сколько вершин? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. То есть 8 вершин. 8 штук. Если считать от 0, то будет от 0 до 7. То есть первый это 0,0,0. И последний это 1, 2, 3. 0,0,0 и 1,1. То есть итого 8 состояний. И получается, что нам уже нужно было не 4, нужно сейчас уже после минимизации не 4, не 4 триггера, а всего лишь 3. То есть мы сумели в состояниях автомата от бумажки с предыдущей лекции. У нас, значит, состояние автомата, вот автомат Мура. Нужно уже 3 триггера, не 4, как было до минимизации, а на один триггер сэкономили. Но это мы, так сказать, провели минимизацию вручную. То есть видно, что куда их можно было приткнуть. Мы туда их и приткнули. То есть объединили вершины. Вообще существует стандартный метод минимизации. Давайте мы его рассмотрим. Метод, так сказать, формальный. Значит, в чем он заключается? Как он производится? Значит, рисуем тактовый сигнал. Ну, на самом деле его можно не рисовать, но лучше нарисовать, и так будет понятнее. Так мы покрупней. Тактовый сигнал. И вот такие вот рисуются длинные направляющие. И вот здесь мы пишем X. Те иксы, которые будем подавать. Под иксами мы пишем состояние автомата, которое будет при подаче этих иксов. Итак, сколько у нас в таблице истинности строчек? 8 строчек. И вот так пишем 8 раз. Второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И вот, значит, на первом такте мы подаем комбинацию. То есть вот эта строчка, она для комбинации. Вот для комбинации 0,0. Вторая строчка для комбинации 0,0,1. Ну и так далее. То есть каждая строчка для каждой комбинации. И вот, значит, на этой комбинации мы на первом такте подаем 0, на втором, на третьем. Потом, значит, другая комбинация. Мы подаем 0,0,1. Потом мы можем подать 0, 1, 0. 0, 1, 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 1, 1, 0 и 1, 1, 1. Вот все комбинации, которые мы можем подавать. И так как это у нас, вот это так, это начало работы у автомата Мура. Ну, автомат Амели, это тоже будет начало работы. Но результат будет выдаваться вот на этом, на четвертом такте.
Это как этот, так, начало работы, значит, автомат стоит в состоянии А0. Стоит он во всех строчках, потому что независимо от комбинации, он всегда стоит в состоянии А0 при включении питания, ну или при сбросе. И вот, значит, когда автомат состоит в состоянии А0, давайте сразу рисовать, значит, А0. Вот автомат стоит в состоянии А0. Мы подаем 0. Автомат переключается в какое-то состояние. Значит, как выбрать состояние, в которое переключается автомат? Значит, здесь два основных правила. Первое, это надо стараться так, чтобы не вводить новых состояний, то есть пользоваться уже имеющимися. И второе правило, это то, что во время результата, то есть вот на этом результирующем такте, у нас состояния должны быть уникальными. То есть А0, А1, А2, ну какие-то уникальные состояния, они не должны здесь повторяться по всему столбику, потому что вот автомат Мура, у него игреки зависят строго от состояний. Ну, либо с комбинационной схемы, либо напрямую берется, это не важно. Ваше состояние определяет игреки, выходы. Если состояние одно, то и выходы будут такими же. Поэтому не может быть два одинаковых состояния. Потому что если будут два одинаковых состояния, то и два одинаковых игрека будет. А два одинаковых игрека быть не может, потому что это разные комбинации. А на разных комбинациях у нас определено в таблице истинности должны быть разные игреки. Поэтому здесь состояния автомата должны быть разными. Итак, значит, но старается надо так, чтобы новых состояний не вводить. И вот у нас, значит, состояние автомат состоит в состоянии А0. И при подаче нуля x0 мы можем перейти в состояние А1. Но состояние новых стараемся не вводить, поэтому из А0 мы переходим опять в А0. То есть сам в себя. И по всей этой таблице, там где из состояния 0, x0, мы переходим в А0, по всей таблице. А0, 0, значит А0. Автомат в состоянии А0, подается 0, значит А0. Здесь то же самое. Здесь уже нету, здесь единица. Здесь вот А0 тоже А0. Здесь А0, А0 и 0, значит А0. Тоже А0 и 0, значит А0. И вот на А0 мы формируем, будет у нас формироваться вот на этой комбинации Y0. Y0. В состоянии А0 у нас формируется Y0. Теперь, когда мы стоим в состоянии А0, подается единица. Мы стоим в состоянии 0, подается единица. У нас здесь комбинация должна быть уже в А0, мы опять перейти не можем, понятное дело. Поэтому переходим уже в А1. И на А1 у нас формируется Y1. Комбинация 0, 0, 1. 0, 0, 1 у нас Y1 формируется. Понятно, да, почему мы здесь ввели эти вот уникальные идентификаторы? Чтобы, ну, со всей всю комбинацию сюда не выписывать, потому что она может быть не только три разряда, она может быть достаточно длинной. Поэтому, чтобы сюда не писать, мы вот через имена работаем. Итак, в состоянии А1 мы формируем, находясь в состоянии А1, автомат формирует Y1. И по всей таблице, там, где мы из А0 по единице перешли в А1, мы везде по всей таблице так делаем. Единица, А0, единица, 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 А1, А1, А1. Теперь здесь из А1 по нулю мы должны перейти куда? Можем в А1 перейти, да, опять? То есть по аналогии, как здесь. Но перейти мы не можем, потому что здесь тогда будет здесь А1. А на А1 у нас Y1 формируется. А должен быть Y2 на комбинации 0, 1, 0.
Ну, если 0,1,0, у нас y2 должен сформироваться. Поэтому нам приходится добавлять новое состояние. Состояние А2. Здесь формируется y2. И везде, где А1 0, А1 и на входе 0, мы перешли в А2. И по всей таблице так делаем. А1 0, А2. А1 0, А1 0, А2. Теперь из А1 по единице мы переходим в А3. И формируем y3. И такой переход делаем по всей таблице, потому что это не зависит от того, какую мы комбинацию подаем. Автомат всегда работает одинаково. Структура автомата, вот эта вот, она не зависит от комбинации. Поэтому на каждой комбинации так делаем. А1,1 будет А3. А1,1, А3. А1,1, А3. Значит, в состоянии находимся мы в состоянии А2. Подается 0, переходим в состояние А4. Формируем Y4. В состоянии А2 подаем X0, да? В состоянии А2 подается X0, получается А4. Y4. В состоянии А2 подается единица, переходим в А5. Y5. И теперь, находясь в состоянии А3, мы по нулю перейдем в А6 с выработкой Y6 и по единице перейдем в А7 с выработкой Y7. То есть по нулю переходим в А6, вырабатывая Y6. По единице переходим в А7, вырабатывая Y7. Вот. Значит, такой автомат функционирует точно так же, как и вот этот автомат. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тоже 8 вершин. То есть структура немножко разная. Здесь так, здесь так. Но, в принципе, функционировать они будут одинаково. То есть оба на четвертом такте выдадут результат один и тот же. Теперь давайте... Это у нас был автомат Мура, теперь автомат Мили. Автомат Мили. Значит, рисуем тактовый сигнал. И также XA 8 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, это у нас начало работы. Результат у нас выдается не на четвертом такте, как у автомата Мура, а на третьем такте. Потому что Y зависят как от состояния, так и от входа. То есть мы здесь подаем комбинацию 0, 0, 0, 0, 0, 1. Зависеть будет от состояния автомата и от входа. Поэтому результат будет формироваться вот на третьем такте. Еще раз посмотрим на структуру автомата Мили. Вот, мы видим, да? Y формируются от X-ов, от X-ов и от состояния автомата. Значит, раз, два, три, четыре,
Раз, два, три, четыре. Один, один, ноль, ноль, один, один. Ноль, один, ноль, один, ноль, один, ноль, один. И вот у нас также в начале работы автомат состоит в состоянии А0. Из А0, из А0 он перейдет в состояние опять А0. И так по всей таблице. Из А0 по нулю в А0. 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 Из А0 по нулю. А уже не важно. Потому что результат формируется вот на этом третьем такте. Итак, посмотрим. Значит, так как у нас результат формируется не только от состояний, но и от иксов, поэтому состояния не должны быть уникальными. Они могут быть не уникальными по этому столбцу. Но должна быть уникальная комбинация. Вот это. Вот эти вот комбинации, вот они должны быть уникальны по всему столбцу. И вот, находясь в состоянии А0, и когда мы ему подаем 0, нам автомат должен выдать Y0. Видно? Вот. Должен выдать Y0. Подаем комбинацию 0, выдается Y0. Y0. Здесь у нас 0,0,1, на комбинации 0,0,1 выдается Y1. Итак, значит, из А0 по нулю в состоянии А0. Из А0 по единице в состояние А0 уже перейти не может. Перейдет в состояние А1. И здесь тоже из в состоянии А0 по единице переходит в А1. И так по всей таблице. Так, значит, что мы здесь видим? Мы видим то, что автомат, находясь в состоянии А0, 0 переходит в А0. То же самое здесь. Находясь в состоянии А0, мы выдаем 0, он перейдет потом в А0 на следующем такте. Но это уже не важно, что там будет на следующем такте. Важно, что находясь в состоянии 0, и когда x0, формируется y0. Так вот, с автомата, находясь в состоянии 0, и когда подаем x0, формируется y0. Когда мы стоим в А0 и подается единица, вот стоит в состоянии А0, подается единица, переходит в состояние А1. Переходит он по x единица. То есть если x единица, он переходит в А1. И вот этот случай. Формируется y единица. Значит, вот на этой комбинации А1, 0 будет формироваться y2. На этой комбинации будет формироваться y3. Видно, да, вот 0, 1, 0, 0, 1, 0, y2 и 0, 1, 1, это у нас y3, 0, 1, 1. Значит, в состоянии А1 по x0 сформируется y2, y2, а по x, когда x0, y2, а когда x единица, y3. Находясь в состоянии А1, по нулю автомат должен перейти, ну, имеющийся мы уже взять не можем, потому что уже комбинации все заняты, значит, остается взять только следующее состояние, А2. Здесь тоже А1, 0, тоже А2.
И не забываем таблицу заполнять. То есть, если где А1. А, ну пока нету, да. То есть уже... Вот. Значит, в состоянии А2. А1, 0. А1, 0. Автомат переходит в состояние А2. И находясь в состоянии А2 по нулю, сформируется у нас на комбинации 1,0,0. Комбинация 1,0,0, Y4 формируется. Y4. А здесь у нас Y5. Так. Так. Вот теперь, значит, автомат у нас находится в состоянии А1. То есть вот в этом состоянии. И подается единица. Мы должны перейти в состояние А3. Потому что имеющиеся взять не можем. Они уже все заняты. Здесь у нас, значит, Y6 комбинация, здесь комбинация Y7. То есть из А1 мы переходим в состояние А3. И там, где X0, сформируется Y6. А там, где X1, сформируется Y7. Вот, получили такой автомат. Смотрим. Сколько вершин? Раз, два, три, четыре. Четыре вершины против 8 у автомата Мура. То есть автомат Мили в данном случае, ну как говорят, при прочих равных условиях. То есть один и тот же алгоритм, одни и те же коды, автомат Мили будет работать экономичней. То есть экономичней по времени, то есть он ему не 4 так, автомат Мура на 4 такте выдает результат, а автомат Мели на 3 такте выдает результат. То есть вместе с последним входным сигналом. И здесь у нас, так как 8, нам надо 3 триггера для того, чтобы закодировать 8 состояний. Здесь нам надо всего лишь 2 триггера. Так, значит, теперь давайте посмотрим еще один пример, но уже чуть посложнее. То есть у нас тоже комбинационную схему, только некая таблицу численности построим только на 4 переменные. Начнем с Мура. Так, зарисуем. Да, сама таблица истинности. x0, x1, x2, x3. y0, y1, y2, y3. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, раз, два, три, четыре. 8. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. 0, 0. 0, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Ну и игреки. Значит, ну пускай тоже будет 0. Потом, скажем, все единицы. Потом как-нибудь вот так. 1, 1, 1, 0. Потом 1, 1, какой-нибудь 1, 0. 1, 1, 0, 1. Потом какой-нибудь вот такой.
потом 1, 0, 1, 1. А потом, скажем, запрещенное состояние. То есть вот эти комбинации считаются запрещенными. И раз они считаются запрещенными, то если нам их будут на автомат подавать, то мы вправе выставить все что угодно. Потом, скажем, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Ну и хватит. Остальные комбинации тоже пускай будут запрещенными. Вот такая таблица истинности. Значит, сначала делаем автомат Мура. Все то же самое. Рисуем тактовый сигнал С для наглядности. На этот раз у нас уже комбинация четырехразрядная. Поэтому результат будет выдаваться на пятом такте. Два, три, четыре и пять. Раз, два, три, четыре, пять. Пятый такт давайте отделим жирной чертой, чтобы было понятно, что там результат. Значит, это у нас результат, это у нас начало работы. И так, значит, выписываются только те строки, которые значимые. То есть вот эти вот те запрещенные состояния, их выписывать не надо. Значит, так и нумеруем Y0, Y1, Y2. Y3. У нас Y4, Y5. Это у нас запрещенные, они нам не нужны. Y6. Нам без разницы, что там будет автомат выдавать, так как они запрещенные. Y8. Все. Пронумеровали. Итак, значит, X состояние автомата 8 раз. То есть не 8, а получается 9 раз, да? От 0 до 8, 9 раз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Так, значит, выписываем только те строки, которые не запрещенные. То есть 0, 0, 0, 0, потом 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Вот это, эти две запрещенные, их не пишем. Значит, следующий 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 1 и 1, 0, 1, 0. И также, так как это начало работы, автомат состоит в состоянии А0. Так, автомат состоит в состоянии А0. И состояние А0, он переходит в состояние А0. И состояние 0 в состояние А0, и состояние А0 по нулю в состояние А0, и состояние А0 по нулю в состояние А0. И формируется Y0. Y0 это у нас по нулю, да? X равно нулю. Итак, по всей таблице. А0, А0, А0. А0, 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 А0. 0, А0. А0 единица. Значит, только в А1. А0 уже занято. Y единица. По единице в состоянии А единица и вырабатывается Y единица.
И так по всей таблице. Из А0 по единице в состояние А1. Здесь, 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 здесь и здесь. Из А0, из А1 по нулю в состояние А2 с выработкой Y2. По нулю состояние А2. Y2. А по единице уже в А3. Вырабатывается Y3, да? 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y3 вырабатывается. По единице. Итак, значит, состояние А1 в А0. Это будет А2. Из А1 по нулю в А2. Из А1 по нулю в А2. Из А1 по нулю в А2. В А2. Из А1 по нулю в А2. Из А2 по нулю в А4. С выработкой Y4. Ноль, один, ноль, 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 один, ноль, ноль, Y4. И состояние А2 по нулю. Состояние А2 по нулю. А4, Y4. Из А1. Так, это какой А? А1. А1, 0, А2, состояние А2. Состояние А2 по единице в А5 будет Y5. 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, Y5. А5, Y5. Опять потому, что все уже остальные заняты. Итак, из А2 по нулю у нас в А4 переходит. И везде по всей таблице. А4, А4. И состояние А4 по нулю перейдет в А6 с выработкой Y6. 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0, Y6. Y6 и состояние А4. X по нулю. А6, Y6 по единице. А4 и состояние А4 по единице перейдет в состояние А7. Будет Y7. Y7. Итак, из А2 по единице это будет состояние А5. А5. А5 по нулю А8. Y8. Из состояния А5, вот из этого. По нулю. Будет А8, вырабатывается Y8. Вот такой автомат Мура. Значит, что я забыл сказать? Да, значит, так как это автомат абстрактный, как мы видим, стрелочки автомата Миля можно никуда не заводить, так и оставлять. Так как нам уже не важно, куда перейдет автомат. В какое-то состояние он, конечно, перейдет, когда мы будем делать структурный синтез. Ну а на данном этапе нам не важно. То же самое и автомата Мура. Скажем, вот есть состояние последние, да, конечные, из которых он никуда не идет. На самом деле он из них куда-то перейдет. Если мы, скажем, стоим в состоянии 3,
и будем подавать 0, он куда-то перейдет. Даже, наверное, ну да, куда-то перейдет. А куда перейдет, нам не важно. То же самое состояние опять. Если мы подаем опять, подаем 0, то он перейдет в А8. Но если мы будем стоять, автомат будет стоять в состоянии опять, и ему подадим единицу, то куда он перейдет, нам уже не важно. Итак, значит, мы сделали автомат Мура. Да? То есть мы можем также его и проверить. То есть подаем 0, 0, 0, 0. Получается Y0. Подаем 0, 0, 0, 0, Y0. Раз, два, три, четыре нуля. Получается Y0. Скажем, как нам получить Y7. Подаем состоим в начале состоянии А0, да? Подается единица. Вот это. Раз, перешли в состояние А1. Стоим в состоянии 1, подается 0. Пришли в состояние 2. Стоим в состоянии 2, подается 0. Пришли в состояние 4. Стоим в состоянии 4, подается единица. Переходим в состояние 7. И формируется Y7. На вот этих состояниях тоже Y формируется, да, но они не актуальны в том случае, если это состояние не четвертое, точнее в данном случае не пятое, если это состояние не пятое по счету, то есть, скажем, вот он раз, два, то есть, скажем, вот такая комбинация Y2, да, вот он стоит в состоянии 0, подается 0, раз, перешел в 0. Стоит 0. Раз, перешел в А0. Подаем уже единицу. Перешел в А1. Подаем 0. Перешел, попал в А2. Вырубился выработка Y2. Вот когда Y2, вот это состояние А2, оно на пятом такте, тогда Y актуален. А если оно раз, два, три на третьем такте, то оно не актуально. Ну, собственно, то, что мы и здесь рисовали. Y будет актуально только вот здесь. Это автомата Мура. Да, кстати, надо было такую же нарисовать для автомата Мили. Давайте нарисуем. X, Y. Большая Y. И X большая. Вот мы подаем, скажем, 0, единицу, 0 подаем, да, у Y автомата Мили, как мы видим, будет формироваться результат вот здесь. Результат. А эти, на этих двух тактах, Y не актуален. То есть он выдает результат раньше, на один такт. Но, собственно, вот здесь это видно. Так, значит, давайте теперь такую же таблицу реализуем на автомате Мили. Так, вот так, наверное. Тактовый сигнал С. Раз, два, три, четыре. Вот здесь результат. А это у нас начало работы. X, A. Итак, тоже. 9 раз, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тоже жирной чертой отделим результат. Вот. И также переписываем все актуальные, все незапрещенные комбинации.
0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, единица. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 1. Ой, 0, 1, 0, 0. 0, 1. Ноль один. Так, ноль один, ноль один. Это у нас комбинация запрещенная уже пошла. Ноль один, один, ноль. Да. Следующий, значит, один, ноль, ноль, ноль. Один, ноль, ноль, один. И один, ноль, один, ноль. Все. Вот, значит, также в начале работы стоит автомат в состоянии А0. В состоянии А0. И когда мы подаем 0, мы можем перейти в состояние А0. А0, 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 А0. Здесь уже единица, здесь уже что-то другое будет. Так, и вот, значит, комбинация у нас, так как у нас Y зависит от входов и от состояния, значит, то у нас 0, 0, 0, 0, у нас будет Y 0. Y 0. Вот здесь вот, Y 0. А когда мы даем единицу, у нас будет Y 1. По единице из А0. По единице, то у нас формируется Y единица. И вот куда мы перейдем из А0 по единице? Мы перейдем, ну, очевидно, уже в А1. А0 использовать нельзя, потому что вот уже комбинации заняты. А нам нужно, чтобы эти комбинации были по всему столбцу одни, по всему столбцу уникальные. Уникальные. Поэтому берем только А следующую, А1. И здесь тоже, так как А1 из А0 по единице, приходим в А1. И так по всей таблице. А1, А0, А1, 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 А1. И здесь у нас, значит, Y2, здесь у нас Y3. Значит, из А0 по единице переходим в состояние А1. И по нулю у нас Y2 формируется, а по единице формируется Y3. Находясь в состоянии А1, мы перейдем в состояние А2. В состояние А2. Из А1 по нулю. В состоянии А2, из А1 по нулю, в состоянии А2. И в состоянии А2, когда мы стоим и нам подают 0, то мы перейдем, то мы будем вырабатывать Y4. А здесь по единице Y5. Проверим. Значит, 0, 1, 0, 1. Ой, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Y4, да? И 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Y5. Пока что правильно. Так, значит, в состоянии А1 по нулю. Когда у нас 0, мы переходим в состояние А2. В состояние А2. И когда мы стоим в состоянии А2 по нулю, у нас формируется Y4, а по единице Y5.
Состояние 2. Мы перейдем в состояние А3. А2, 0. А3, А2, 0, А3. Состояние А3. Значит, А3. Здесь у нас будет Y6. Здесь у нас будет Y7. И состояние А2 по нулю. Состояние А3. И по нулю у нас будет Y6, а по единице Y7. Правильно? Значит, Y6 у нас там, где 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Y6, 1, 0, 0, 1, Y7. 1, 0, 0, 1, Y7. Ну и А2 единица будет А4. А4, Y8. А4. 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Y8. Совпадает. Значит, из А2 по единице, это вот это, будет А4. И из А4 по нулю, это будет Y8. Все, остальные пути нам уже не важны. То есть, куда он там перейдет, и что он на А4 при единице сформирует, это нам уже тоже не важно. Ну вот, так это у нас абстрактный синтез. Такой абстрактный синтез. Значит, что надо сказать? Надо сказать то, что данный автомат, данный тип автомата, вот такой, ну, автомат Муры, или вот как мы рисовали автомат Мили. Вот. Вообще автомат такого рода, когда X, мы что-то сразу при включении питания, он начинает что-то принимать с X-ов, начинает работать, да? Вот, как здесь вот. X, например, включили, начало работы, и сразу мы ему должны подавать на вход X. Если мы ему не подаем, но он раз, два, три, и что-то сформирует там, на третьем такте автомат Мили. Вот такие автоматы, они, как бы сказать, ну, на них, конечно, изучать вот вообще этот абстрактный синтез хорошо, конечно, но на практике они неприменимы. Точнее, так сказать, ну, в общем, применение их весьма ограничено, потому что сразу после включения питания мы должны ему что-то подавать на X. Иначе он раз, два, три выдаст результат. Кроме того, куда он перейдет на вот этом четвертом такте, тоже неизвестно. Тоже неизвестно. Потому что, скажем, можем... Да, неизвестно. Потому что... Ну, потому что, собственно, такая вот у него граф-схема. То есть он там начнет как-то там гулять по состояниям. Потому что у нас состояние всего 3 штуки. Ой, 4 штуки. 0, 1, 2, 3. И он в какое-то перейдет из имеющихся. А в какое перейдет, неизвестно. То есть получается, что после того, как он выдал результат, автомат, нам надо его каким-то методом сбросить. Либо синхронно, а синхронно мы сбросить его, наверное, не сможем, потому что мы в качестве элементов памяти в автомате используем детриггеры, да? Вот, детриггеры. А у детриггеров синхронного сброса нет. Конечно, можно специальные триггеры использовать, там, с R входом. Ну, можем либо сбрасывать асинхронно. Асинхронно сбрасывать лучше не надо. Поэтому такие автоматы, они на практике неприменимы. Ну или, скажем так, имеют ограниченную сферу применения. Обычно делают так. Значит, автомат, у него есть вот этот X, входной, X большой, выход Y и сопровождающие сигналы. То есть специальный сигнал, ну помимо тактового. Еще специальный сигнал, ну как-нибудь, я не знаю, назовем его S, отдельный сигнал S. И еще, и выход, но выход тоже имеется отдельный сигнал. То есть этот сигнал подтверждает о том, сигнал подтверждения о том, что мы начинаем передавать информацию.
То есть на X информация актуальна. Если на сигнале S 0, то он, автомат, ничего не делает. Он просто стоит там в каком-то состоянии, там, ну просто ожидает. Ожидает сигнала S. Вот когда он сигнал S единица, то он, значит, может начинать работу. И когда он выдает результат, автомат сам должен выдавать сопроводительный сигнал. То есть о том, что сейчас сигнал актуальности. То о том, что сейчас на Y сигнал, Y, собственно, сами актуальны. Вот, вот такой автомат уже, его уже как-то можно использовать. То есть у него есть сопровождающие сигналы. Значит, вообще, вот что мы тут видим, если сравнивать автоматы Мура и Мили? Мы видим то, что автомат Мили, да, работает экономичнее, то есть по всем параметрам. Где вот у нас был Мура? Это у нас. Вот у нас автомат Мура. Вот у нас автомат Мили. То есть ему нужно меньше состояний, да, вот автомат Мура у нас получилось вот на, в таблице истинности на 4 переменные. На 4 переменные. И у нас получилось вершин 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А здесь 9, это нам надо 4 триггера. А здесь 1, 2, 3, 4, 5. 5, это нам надо 3 триггера. То есть, во-первых, по количеству триггеров автомат Мили экономичней. И во-вторых, по скорости, по, так сказать, времени выполнения. Он уже на 4-м такте выдает результат. В отличие от автомата Мили, автомат Мили на 4-м такте выдает результат, в отличие от автомата Мура, который выдает результат на 5-м такте. И вот поэтому чаще всего используют автомат Мили, когда схема разрабатывает. А автомат Мура, это единственное вот его преимущество перед автоматом Мили в том, что у него, как мы видим, Y зависят только от состояния автомата. Только от состояния автомата. Ну, либо через комбинационную схему, либо просто так, прям сами состояния автомата. То есть у него игреки меньше подвержены дребезгу. То есть при желании, вот можно, чтобы они вообще не дребезжали без комбинационной схемы. У автомата, так что, ну да, это делается, вот как мы уже на прошлой лекции говорили, для управления какими-то асинхронными устройствами. Но это задача весьма специфическая. Поэтому автомат Мура применяется значительно реже, чем автомат Мили. Ну вот, значит. Вот таким образом происходит абстрактный синтез. Значит, на следующей лекции мы еще тоже будем изучать абстрактный синтез. Продолжим изучение. Лабораторных работ пока не будет. Они пока не требуются, потому что никаких конкретных схем мы не рисуем. Мы только вот рисуем абстрактные вот такие вот автоматы. Ну, на сегодня, наверное, все.